Взять и с понедельника начать вести здоровый образ жизни – это утопия, обреченная на провал. Но вот планомерное, постепенное введение полезных привычек в свой образ жизни – это улучшение качества жизни с осознанием пользы и без стресса. Сегодня мы рассмотрим 7 привычек, которые заметно улучшат качество вашей жизни. Общайтесь с положительными людьми. Круг общения во многом влияет на настроение и жизненный взгляд. Старайтесь не злиться, не злословить. Следите за своими мыслями. В мире работает закон притяжения, и чем больше негатива идет от вас, тем больше его придет в вашу жизнь. Проводите больше времени на солнце или в хорошо освещенных помещениях. Свежий воздух и солнце – это залог хорошего самочувствия. Делайте зарядку. Физическая активность тонизирует, укрепляет организм, а также помогает избавиться от накопившихся негативных эмоций. Минимальные по времени ежедневные растяжки по утрам высвобождают заряд энергии, достаточной для поддержания физического и психического здоровья. Смейтесь чаще. Ученые говорят, что даже если улыбнуться через силу, настроение обязательно поднимется. Возьмите в привычку смеяться каждый день, даже когда для этого нет повода. Любую стрессовую ситуацию переводите в юмор. Поверьте, это сделает вас счастливее и положительно скажется на самочувствии. Постоянно учитесь чему-нибудь новому, привычка которой нет равных. Это возможность познать себя и стимул к самосовершенствованию. Эта привычка направляет, мотивирует, развивает и улучшает качество жизни. Всего несколько минут контрастного душа принесет огромную пользу для здоровья. Благодаря контрастному душу мы укрепляем нервную систему, сосуды. Кроме того, он незаменим в лечении и профилактике варикозного расширения вен. Создайте список целей и двигайтесь к ним. Чтобы быстрее продвигаться в любых направлениях, напоминайте себе, ради чего вы это делаете. И лень сразу отступит на второй план. И не забывайте, что все должно быть в меру. Это золотое правило, которого нужно придерживаться всегда, чтобы не довести любое начинание до маразма.